Празднование столетия со дня образования Ульяновского гвардейского высшего танкового училища пройдет с 6 по 9 сентября. Об этом заявили на специальной пресс-конференции. Как рассказали организаторы мероприятий, на торжества прибудут самые высокие чины этого рода войск, а также выпускники данного учебного заведения со всех концов планеты. Ульяновцев и гостей города ждет обширная программа. В мемцентре выступит ансамбль имени Александрова. Будет открыта стелла героев, в прошлом курсантов училища, рядом с КПП Суворовского, преемника танкового. Кстати, это единственное в стране военно-учебное заведение, носящее почетное гвардейское звание. Будет и торжественное построение. Я хочу вам подчеркнуть, что вот на этом мероприятии будут участвовать и выпускник 95-го года уже Суворовского танкового училища, который достиг уже воинское звание генерал-майора, и он уже поступил в Академию Генерального штаба. То есть вот это как раз преемственность поколений. В дни празднования столетия со дня образования Ульяновского гвардейского высшего танкового училища состоится ритуал – заложение капсулы памяти. Послание ветеранов суворовцам 50 лет спустя, уже к 150-летию училища. Также выпущена книга, посвященная юбилею, 1000 экземпляров. В летописи этого учебного заведения говорится о его становлении и героях-танкистах. В 91-м году в связи с сокращением вооруженных сил и ограниченными возможностями использования полевой базы в условиях Ульяновской области было принято решение о сокращении нашего училища. Но поскольку история легендарная и великая у училища, было принято решение на его базе создать Суворовское военное училище, имея в виду подготовку будущих офицеров-танкистов. Одно из главных событий для юбиляра – реконструкция исторического здания учебного заведения, где с 1991 года расположено Суворовское военное училище воздушно-десантных войск. Строительные работы планируется завершить в 2020 году.